Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами же Кирсон. Добро пожаловать на новое видео по игре World of Warships. Крейсер 6 уровня Кливленд. Американские корабли, ребят. Так, ну Кливлендам нету смысла ехать на точку D. Если вы посмотрите на карту, точка С, вернее, нет смысла идти на точку С, куда отправляется линкор Нагато, мне неизвестно. И зачем он в ту сторону пошел? В принципе, можно пойти его прикрыть. И защитить его от эсминцев, но не в ту сторону парень направился, я считаю. Ладно, идемте. Не бросать же его одного. Ребят, Кливленд 6 уровня является одним из лучших, по моему мнению, на данный момент крейсеров своего уровня. Я не знаю, больше нравится он мне, чем этого же уровня японец. Все, уже началось, да? Кто-то мамаха идет. 26 800. Ее можно встретить. 17 километров Конго идет. Попробуем. Просто очень большой шанс есть нарваться на эсминец. Сразу переключаемся на бронебойные. Выпускаем самолет. На точку А пошли командировщик, истребитель. И два торпедоносца. Мы же в свою очередь. Команда противника получила преимущество. Зачем ты задымил мне еще тут? Давай, 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 быстрее, быстрее. Уйдет. На скоростях пошел, ребят. А нет, он врезался. О, вот это ты прилетел. Все, дружок, лови. Попадание в цитадель, ребят. Все. Так, а вон и тот малыш, которого надо опасаться, потому как, обладая высокой скоростью и маневренностью, очень сложно по нему попасть будет. И кто-то еще мне насаживает сразу. Ага. Лады. Неполадки устранены. Кливленд, да? Не. Не Кливленд. Высоковато пошло, если я не ошибаюсь. Остановился, да? На, лови, дружок. Не, тут у тебя без шансов. Единственное, что мне... Все, минус один. И ушли от торпед. Но все равно насадил он мне, ребят. Посмотрите, сколько осталось. 3000 из 35. Так. Давайте посмотрим, кто у нас вот здесь идет. Амаха. Надо захватывать точку. Ни одна точка у нас не захвачена. Это очень плохо, ребят.
12 километров так-то далековато. Так, ну этот отходился. Вот эта проблема, которую я считаю, нужно пофиксить, ребят, при том, что враг контролирует две точки. Посмотрите, у него уже 600 очков, у нас всего-навсего 230. Каждые 2 секунды или каждые 3 секунды прибавляется. Очень далеко. Интересуешь ты далеко. Там просто Конго недобитый 19 километров перед нами. Попробуем сбить самолет. Уничтожен. И вот смотрите, 700. Все точки захвачены врагом, но это проигрыш в любом случае. При всем желании. Даже если мы захватим точку С, точку А не дадут захватить 100%. Так, пойду-ка я. Значит, постараюсь все-таки на Б прорваться. Хотя я не успею. Да, потрепали чуть-чуть. Посмотрите попадание. Так, карту можно уменьшить. Окей, точка С наша. Надо захватывать точку Б, еще тогда может есть шанс, хотя маловероятно. Точку А не дадут захватить, потому как там эсминец сейчас начнет топить линкоры на точке А. Наш шанс вырвать точку Б из цепких врага, тогда из цепких рук врага, из цепких ласт врага, еще я не знаю. Но там Амаха у нас поделает нам мозги. Хотя наш эсминец, он же должен начать захватывать уже точку Б. Окей, самолет полетели. Запуск. А, перезарядка 2 минуты 35 секунд. Окей. Ждем. Наша задача сейчас не попасть под огонь Амахи. Тут, конечно, ребята получили. Мама, не горю. Так, наши захватывают точку А и точку Б. Это хорошо, это даст шанс нам еще. Вон Амаха пошла. Ой-ой-ой-ой-ой, как ей прилетело. Как ей прилетело Амахи-то. Смотрите, как торопится. Наша команда получила преимущество. Давайте чуть-чуть его задержим. И рванем еще на точку А. Может, все-таки успеем. Три точки наши. Смотрите, как поменялся. Как так-то Сантьяго написал в комментариях. Вот как-то так, Сантьяго. На полном ходу, ребят. 30 узлов. Направляемся на точку А. Километра бомбардировщик летит. И торпедоносец тоже 23 километра направился в сторону наших линкоров, которые сражаются на точке А с вражескими линкорами. Окей. Наша задача помешать им захватить точку А. Счет выравнивается, ребят, смотрите, 610-681. Не ожидал я такого. Вот это поворот! Давай, Кливленд, надо побеждать.
Майоги 45 000, 20 километров. Между двух островов я вижу его. Я и, по-моему, эсминец направляемся к нему. Но эсминец придет быстрее, у него скорость повыше будет. Ребят, графика просто и оптимизация идеальная в этой игре. Wargaming, конечно, молодцы, знатоки своего дела. Я думаю, после танчиков и самолетиков они набили руку на подобного рода играх. И учитывая то, что это версия 0.3, то есть до финальной версии еще будут патчить, исправлять и так далее, они просто сделали великолепную игру. 17 километров Майоги, курсирует между островов. Попробуем зайти в хвост ей, конечно. Просто нулевая она. Ну, опасно будет из-за острова выходить. Будем надеяться, что он все-таки смотрит на эсминец в данный момент. Самолет отправили. Вот-вот, а я думал и проиграем. Оказывается, все-таки... Разведчик отправлен. А мы выскакиваем на Майоги. Остается 856. Не остается. У нас 856 очков. 140 остается. Плюс 8 капает, плюс 4. С двух точек и с одной. Нормально. Так. Можно прицелиться уже. Он спрятался за островом. Я думаю, уходит. Все, посмотрим, где он там. Ага, да, уходит. Уходит в открытое. Все, тут поражение у них. Да, я думал, как всегда, команда слилась. Нет, все-таки поборолись. Правильно поступили мои напарники по команде. Я думаю, отличный бой. Молодцы. Молодцы, мне даже удалось утопить одного паренька. 42 попадания, одно попадание в цитадель. Где он? Все. Давайте посмотрим на результат. Победа, 1400 опыта, тяжелый урон, выполнено задание, боевые задачи выполнены. Командный результат, я думаю, я не на первом месте, но все равно. Вот так вот. Тут, конечно, магами настрелял 7 уровня нормально. Подробный отчет. 12 минут продолжительность боя. Что ж, ребят, давайте на этом закончим. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Дальше больше видео. Услышимся. С вами был Жек Херсон. Всем пока.